Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня мне хочется выполнить просьбу некоторых из вас, тех из вас, кто просил мне рассказать о моих книгах и что в какой книге написано, какая информация там есть и что стоит покупать, чего не стоит покупать. И буквально я постараюсь в нескольких словах пояснить эту ситуацию. Итак, на мой взгляд, несмотря на то, что книг у меня вышло уже достаточно много, по-моему, 8 с различными вариантами информации, я считаю, что самой первой и самой главной на сегодня для вас книгой, для всех новичков, для начинающих, для тех, кто хочет постигнуть суть моего способа или метода кроя безлекального, я считаю вот эту книгу. Это издательство «Эксмо». Эта книга первая из тех, которые издавались когда бы то ни было у меня, да, самая первая. И это второе издание, когда содержание осталось полностью прежним, поменялась у нее только обложка. Первое ее издание выглядело вот таким образом. Так что если у вас есть вот такая моя книга, покупать вот эту книгу вам совершенно не нужно. Больше того, в этой книге оказались в последней версии какие-то небольшие опечатки, хотя они понятны из контекста, что это опечатки сбоку на полях. Но тем не менее, кто читает сразу разумно, вдумчиво, он сразу находит эту историю и понимает, что тут, видимо, что-то не так. Но я считаю, еще раз, вот эта книга – это начальная книга для тех, кто хочет познать этот способ кроя. В ней собрана, это как бы теоретическая часть, и в ней собрана именно вся та информация, которая вам нужна будет для того, чтобы научиться не только строить выкройки на любую фигуру, но и делать это очень просто, понятно, и научиться моделировать. Тут разные покрои рукавов, тут женские и мужские брюки, ну, корсеты, купальники, чего только нет, и все вот в этой книге. Это теоретическая часть. Еще что хочется сказать. Это же издательство АСТ зачем-то предложило вот такую версию этой книги. Видите, вместо вот этой книги они сделали вот таких две книжечки. Они как бы содержание вот этой книги разбили на две части и издали это вот в таких вот вариантах. Я считаю, вот это издание, хотя оно самое дешевое, но оно и самое неудачное, потому что кое-что пропало из той книги. Ссылки на странички, конечно, здесь не почищены. То есть речь идет о страничках одних, тут идет о других. Но, в общем, достаточно некорректное издание, хотя очень доступное, очень дешевое и самое продаваемое. Если у вас хватит желания и терпения не обратить на это внимание, вы можете вполне пользоваться вместо вот этой книги, да, вот этими двумя. Вот эти книги, я считаю, это начало. Что еще хочется сказать? Еще хочется сказать, что выпущено довольно много книг. Шьем на нестандартную фигуру издательства уже «Эксмо». Затем вот эта книга «Идеально сидящие платья». Затем вот это «Идеально сидящие юбки». И вся информация вот в эти, из этих книг, она вошла вот в эту книгу, которая называется вот таким образом. «Безлекальный метод кроя Галины Коломейко» или «Большая энциклопедия кройки и шитья». Это уже вторая, я считаю, нужная вам книга, потому что здесь идет процесс и рассказ о том, с чего начать, чем продолжить и как закончить создание вашего изделия вообще. То есть здесь по каждому, на каждых конкретных примерах включается технология обработки. Ну и, конечно, не может это все пройтись без понимание, как строить все-таки выкройку. И подача материала по построению выкройки, она немножко отличается от первой книги. И для тех, кому первой книгой досталась вот эта книга, может быть, это показаться не вполне удобным. Потому что один такой отклик я уже получила, что мне не понравилось, что это такое. Ну, в общем, человек оказался недоволен. Но повторяю, это только один, потому что большинство, в основном все пишут, конечно, большое спасибо, восторг и так далее. Так вот, это было первое издание, которое включало в себя вот эти вот все варианты книг предыдущих, да? И дополненное блузками и брюками. И сегодня это издание еще дополнилось, 19-го года выпуска появилась вот такая книжка. Ее я считаю самой лучшей.
той, которая вам понадобится. Прекрасное, изумительное издание. Оно то же самое, что предыдущая книга, плюс сюда добавлена великолепная статья по тому, как раскроить ваши изделия сразу на ткани, как выточку построить из бокового шва. Очень подробно в конце книги, вот здесь вот я это рассказываю, показываю и описываю с многочисленными вот такими вот подробнейшими, мельчайшими иллюстрациями. То есть для практического применения, но повторяю, вот этой темой надо пользоваться уже тогда, когда вы прошли, когда вы знаете вообще, в принципе, мой способ построения на ткани. Для тех, кто строит по другому способу, применяя Мюллера, применяя еще чьи-то приемы, может быть, свои какие-то, и пытаться понять то, что, о чем говорила, достаточно проблематично. Потому что я опираюсь все-таки на свою схему построения. И часто вы мне пишете, а я вас просто даже понять не могу. Потому что вы выхватили какие-то знания из единого метода конструирования одежды, еще из какой-то другой методики, и пытаетесь, вот опираясь на те знания, спросить у меня, как это делаю я и что это там, почему, какие прибавки нужны к ВПРЗ, например. А я эту ВПРЗ вообще не снимаю, высота проймы сзади. Она идет из единого метода, да? Как я могу знать, какие вы должны применить прибавки? Ну и много вот таких вот нелепых ситуаций. Пожалуйста, обращаю ваше внимание. Я подробно вам отвечаю, всегда помогаю на любые ваши вопросы. Но только в том случае, если вы работаете по моему методу кроя. И еще потому, что работаю с вами подробно тогда, когда вы мне присылаете свое конкретное техническое задание. На YouTube я снимала ролики на эту тему. Возможно, еще разочек я в каждом любом ролике я показываю, что это такое. Обращайте ваше внимание на это. Значит, если вы хотите получить от меня ответ на какой-то вопрос, в первую очередь, пожалуйста, пишите мне свое ТЗ. Делайте фотографию и подробно именно в том масштабе и в том формате, в котором я это прошу, потому что у меня нет времени разбираться с вашими почеркушечками, пояснениями, какими-то придуманными не мной совершенно терминами. Будьте корректны. Пожалуйста, берегите время. Вот это про книги. Значит, и резюме, пожалуйста, первая книга. Ну, резюме чуть попозже. Еще хочу сказать вот об этой книге. Это книга издательства АСТ. Она тоже очень хорошая книга. Здесь на примере 12 моделей показано, как можно применять вот этот мой способ кроя. Вот такие вот модели разобраны, достаточно классические, универсальные, я бы сказала, такие. И на примере уже вот этих моделей, начиная от того, как сшить, и как раскроить, как снять мерочки еще вернее, да, и как сшить вот это вот изделие, тоже подробный рассказ, уже это практика, это практическая. Хочется очень с сожалением рассказать вам об этой методичке, которую сюда добавили. И она идет как бы бесплатно вот в эту книгу. Я встречала в интернете, что ее продают в электронном варианте за 97 рублей. Никогда ее не покупайте. Знакомиться с моей методикой по вот этой методичке – это полный бред. Несмотря на то, что здесь начинается вроде бы все хорошо и правильно, просто издатели, когда делали, не дали мне ее проверить до конца. Здесь практически отсутствуют определенные куски текста в информации. Вы ничего не поймете. Купив за 97 рублей такую методичку и попытаться понять, как же это все я делаю, это, ну, вам не понравится. Все-таки работайте с книгами, работайте хорошо, и тогда будет все у вас получаться. И пишите мне корректные письма. Итак, на сегодня мое вам пожелание. Для начала это «Большие и маленькие секреты». Вот эта книга для новичков, да? Пожалуйста, ее покупайте. И вторая уже книга, это вот называется вот таким образом «Безлекальный метод кроя» Галины Коломейко, издание второе, 2019 год, дополненное и переработанное. На этом разрешите сегодня откланяться. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Галина Коломейко.